И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Режим у нас стихийное бедствие, вы просили, чтобы мы записали Roblox. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита, и ставьте лайкось. Высокое здание, да, и вулкан. Ну, так, кстати, мы можем туда как-то еще подняться. А если мы лучшие выживатели. Ух, ты что, рядом? Вот это было жесть. Классный вулкан. Мне кажется, кубики больше сделали, или такие же были? От вулкана, который кубики? Да, мне кажется, они меньше были. Не знаю, я не заметил, Димас. Не замечаю. Что так долго, вулкан? Он тут немножко полы шатаются, прикольно так. А ты где? Я на втором этаже. Как ты зашел? А ты выше, да, поднялся? Не, я не могу. А, ты внизу, да, где-то? Во-во-во, на втором этаже тоже иду. Во. Ух, тут штука, ничего себе, чуть не огрело. Такие дыры вообще здоровые. Мне нравится по заброшкам лазить. Это уже заброшка ж получается. Да. Затащили, ребята. Не-не, Димон, кубики больше стали, но они прям какие-то громадные, ну смотри, ну не было такого. Были маленькие. Это прям здоровые. Решили, что это мелочиться-то, да побольше. Кстати, писали, что есть новые карты. Давайте новые карты нам. А если мы сейчас прыгнем на вулкан, мы умрем? А, я не знаю. Да, умрем. А, нет, не умрем. Ты не прыгнул. Умрем. Там чувак умер. Хэппи хоум. Счастливый дом, погнали. Да, веселый, счастливый. Вот так вот. Ух, какая девочка высокая. Смотри, персонаж какой здоровый. Так да, это прям... Я чувствую себя каким-то чили-пиздриком возле нее. Это какая-то мама чья-то тут играет. Валерна. Да. Сына выгорает. Так, так, так. Диман, давай угадывай, какие будут стихийные бедствия. Я думаю, что будет цунами. Я думаю, что будет кислотный... Блин, не успел я угадать, цунами. В итоге, Димас, песчаная буря. Ну ладно. Ну ладно, ничего страшного. Если постоянно говорить один и тот же стихийный бедствий, то точно угадаешь. Когда-то. Это сэндшторм. Это сейчас что, будет все замораживаться? Нет, сейчас будут летать объекты. А-а-а. Видишь, все песчаная буря, короче, песок. Жизни тратится у людей, кто на улице, или нет? Да, да, тратится. Доги флайинг. А смотри, какое у нас окно теперь здоровое, балкон. Во, можно выйти, подышать свежим воздухом. Ну-ка выйди. Не-не-не, там холодно. Да и так метишится. Ну что, заканчивается? Все заморозило или еще не все? Ого, мне по голове какой-то фишкой дало. Кстати, смотри, уже потолок начинает немножко промораживаться. Ой, да, он обсыпается. Я, наверное, на первый этаж пойду. Сейчас по голове балкой даст, ну нафиг. Да не, на первом этаже, Димас, хуже, чем на втором. А, нет, тут в уголочек можно встать и будет норм. Не, на втором как-то даже лучше. Ого, тут сильнее дует. Так. Ну, что-то какой-то слайд, ну, неинтересный такой, знаешь. Хочется, чтобы прям на скилл. Надо, чтобы, да, чтобы экшен какой-то был. Чтобы мы бежали, угорали, веселились, вот прям вот так. Сейчас все будет, ладно. Вот чувствую, будет. Ну, давай. Просто дом рушится, будет. Димон! Все, нету дома. Смотри, он развалился, Димон. Вообще. Ого, чувак, ты куда? Дом мой! Уже не мой. Нормально улетел. Где-то на шариках это старичок улетел. Да-да-да. Видел, да? Это с этой же оперы, только дом улетел на шарик. Только без шариков. Просто ветер унес. Так, подписчиков наших много. Ваши имена будут даже видно. О, пингвин классный. Ого, сколько позаходило, класс. Он такую боевую стойку встал, и у него вокруг головы деньги летают. О, я, кстати, такого ни разу не видел. Ну не летают, они просто как-то странно. Просто зави... Корона из бабок, что ли? Это, короче, учительница, а мы дети ее. Сейчас будут обучать нас. Чувака классный скин, мне нравится. Это трудовик, это супергерой. О, так это же школа. Димон, будет огонь. Сгорит школа, чувствую. Представь, угадаю, вот будет класс. Я тоже бы хотел, чтобы так и было. Давай. Ребята, пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы со школы это случилось. Уточню. Ну давай тогда кислотный дождь, что ли? Нет, да, это пусть будет огонь, пусть цунами, горит. Цунами, допустим, еще можно. Пусть сильно горит. Но если, даже... если Димас цунами, то лучше вот на эти полочки запрыгивать. Дрова буду подбрасывать, если гореть будет. Дрова. Парты буду нести, подбрасывать в огонь. Фая, Димас, огонь! Как всегда, ребята, я угадал. Потому что вы поставили лайк. Мне кажется, знаешь, что, Димас, все-таки разработчик любит очень школу. Да, сжигать ее. Так что, ребята, вы написали правильно, что будет. Кто написал огонь? Красавчики. Так мы сколько раз уже, Димас, выживали? И постоянно. В школе. Да, короче, Димон, я несу дрова. Пойдем помогать. Бросай, ребята, бросаем все в школу. Не-не, ты поднимай, поддувай воздух-то, давай. Давай. Я как раз хочу... Ай, меня доможнуло чуть-чуть. Дуй. Ого, она горит жестко.
Откуда вообще источник огня был? Снизу или сверху? Сверху, так понял. Я иду на Вердимон, я отчаянный, я псих. О, это сейчас будем... Не, я пошутил, я пошутил. Все. Я успел. Вот сюда можно пойти, на эту лестницу. А где ты? Я сейчас тут бегаю на втором этаже. Димон, я тебя смотрю, как ты умирать сейчас будешь. Я в окно, Димас. Димон. Димон. Ты был хороший, прощай. Димончик. Димон. Что делать, Димас, спаси. Да-да-да. Я не знаю, Диман, ну что, может будет, что тебе повезет? Может мне при... Может сейчас поломаются полы, и ты прыгнешь как-то? Нет, Диман. Димон, нет, ты выживешь, я вижу, ты сможешь. Димон, ну кентушка, ну, я не могу помочь никак. Димон, ты живой, прыгай, прыгай. Блин, а так все хорошо начиналось. Мой персонаж все равно улыбается, даже когда погибает. Да-да-да, это значит на позитиве все. Затащили, ребята? Душей прям. Чуть-чуть не хватило, Димон, тебе. Пару, там, ну, 10 секунд. А выживших-то очень много оказалось. Ну, так хорошо, вышел со школы и затащил. Вот это тяжело. Так, горит школа. Смотри, что от школы осталось. Ничего. В прямом смысле слова. Конечно, пописать можно. Так. А это другая школа? Так это же самая школа. Да. Димон, я не удивлюсь, если будет опять пожар. Нет, сейчас уже пожар точно не будет. А, будет цунами. Нет, сейчас цунами будет, не будет. Либо цунами, либо дождь, либо метеоритный дождь. Кислотный дождь. Я думаю, что тут будет. Есть кислотный, кислота. Есть еще метеоритный. Будет метеоритный кислотный дождь. Вместе, да? Кислотные метеориты будут. Еще и цунами в конце. Я забираюсь наверх. Хорошо. Если что, я на втором этаже увидимся. Окей. Тут челики по классам бегают. Быстрее, 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 да может. Уже половину жизни снесло. Я знаю секретное место. Вот оно. Под лестницей. Да, ребятушки, стоим. Ну, еще далеко тут стоять, будем бегать. Смотреть, как разрушается я школа. Я пока в окно посмотрю, как капает дождик. Димон, это вообще крутая серия. Школа горит, школа взрывается, разрушается. Потолок уже обрушает. Смотри, как... Ого! Пластилиновые какие-то. Неплохо. Ого, чуваку по голове чуть не дало. А чуваки бегают под дождиком, им весело. Так, оно потихоньку это дамажит. Танцует, крокодильчик. Сейчас челик умрет. О, ты умер. Ты куда полезла-то? Красава. Давай спускайся. А ты где? Мадам. А вот ты. А вот я рядом. Ого, высокая. Какой-то ник. Козир. По плечо. Козыр. На 2 метра. Ага. Да. Все танцуют. Мне затащили? Кажется, должно закончиться. Не, не затащили. Ай, по голове бьет. Так, ну, так, вроде так, как давайте. Легко получается все. Очень просто. Мы давно не играли, ну, а вообще скилл остался. Нет, тут сейчас, кстати, вот этот сейчас этаж тоже рухнет немножко. Нет. Не должен. Да-да-да. Обсыпается потихоньку. Ого, тут уже все позеленело. Да все, затащили. Да, вот тут дырка, видишь? О, красавчики. Санни Ранч. Обоссанная ранчо. Санни. Так, прикольно, прикольно. Цунами будет. Чувствую, будет цунами. Наверное, мне кажется, все-таки да, надо наверх лезть прям. Чувак упал. Чувак хотел прыгнуть. Я видел и слился. Ты такой же самый. Давай я тут встану просто, вот тут прям в уголочку. А тут, кстати, это, снаружи амбара есть лестница на самую крышу, понял? Так, ну что, цунами? Да. Как всегда, ребята, я вообще тащусь сегодня. Вот это я красава. Ну мне тут получше, Димас, конечно, чем тебе. Ну, это, конечно, жесть сейчас будет. А ты сейчас успеешь, кстати, спрыгнуть и тут оббежать, Димас? Не, не успею. Не успею, не успею. Успеешь, успеешь. Сюда беги, в эту сторону, другую. Я в башню бегу, Димон. На башню? Да, башня выше. У тебя, кстати, хп очень мало прям. Блин, я упал с потолка. Ребята, идет цунами. Приближается. Да? Димончик, я первый, ребята, умру. Я иду к тебе. Себе сколько поставили. Блин, так что ж. Вот это дубище. Видать, Димас, тебе мало лайкосик. Ого, вот этот цунами там разребается. Так, я иду смотреть. А почему такой быстрый спуск у меня был? Ты умер? О, цунами прошло. Димон, ты выжил или нет? Да, да, выжил. Вот ты красава. А меня спустило за полсекунды не вас на самый низ, и мне хп не отнялось. Да. Так, Димон, я думаю, что будет метеоритный дождь. Чувак, ну куда ты на экскаваторе без меня? Новый экскаватор. Как? Че, тебя задавили, что ли? Я на ковш встал, а этот ковш меня скинул, я умер. Хотя там... А я видел, как ты умер? Высота была 2 моих человечка вверх. Блин, чувак меня убить хочет своей машиной. Я самый первый умер, так нечестно. Я пошел гулять. Очень долго.
А я где-то под картой. А вот, я нормальный. Не, у меня жизнь не тратится, но очень медленно. Заточили, ребята. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать либо ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всее. Пока!